В Украине погиб осужденный самарский депутат «Единой России» Денис Штейн. Его в 2021 году суд приговорил к 6 годам лишения свободы за наркотики, которые, по его словам, принадлежали невесте. Штейн был депутатом от «Единой России». Из колонии он ушел на СВО с ЧВК «Вагнер». В отдел полиции Октябрьского района поступила оперативная информация о том, что в квартире некой Екатерины торгуют наркотиками. Полиция ворвалась в жилище, провели обыск и обнаружили пакетик мефедрона. Екатерина тут же сказала, что наркотики принадлежат не ей, а ее парню, депутату Совета депутатов Советского района, Денису Штейну, который и принес их в ее квартиру. Денис, находившийся во время обыска рядом с невестой, достал корочки и помахал ими перед полицейскими. Но правоохранителей это только разодорило. Сам Штейн пояснял, что действительно, обнаруженные на кухне наркотические средства принадлежат ему, говорится в тексте документа. При дальнейшем обыске выяснилось, что вся квартира буквально напичкана наркотиками. Их нашли даже в комнате маленькой дочери Екатерины. Вот тогда депутат обалдел и пошел на попятную. Он сказал сотрудникам полиции, что часть наркотиков принадлежит ему, поскольку он переживал за Екатерину. Кроме того, ему стало известно, что она беременна. Он думал, что в период расследования станет понятно, что наркотики ему не принадлежат, говорится далее в материалах дела. В суде выступали и сами полицейские. Они прямо засвидетельствовали, что по оперативной информации шли задерживать вовсе не депутата Штейна, а хозяйку квартиры. Но признание Дениса свалилось им на головы, словно манна небесная. Как потом не убеждал депутат, что оговорил себя, чтобы спасти беременную от него девушку, что его просила об этом она сама и друзья, что он был уверен его защитит депутатский статус, суд все равно признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил к 6 годам лишения свободы. Екатерина после случившегося сразу разорвала со Штейном все отношения.